Ребят, всем привет. Здорово всем. Привет. Только вчера с ним алкотрип делали. Вы это видео уже увидели на моем канале. Кто не видел, посмотрите, ссылка в описании будет. Был алкотрип, а сегодня уже мы едем на футбол. Видите, я, соответственно, одет. Виталик не очень. Баня нас играет с Динамо. Очень решает. Самая решающая игра, я думаю, что... Но Динамо уже, в принципе, ничего не нужно. Они уже вышли в премьер-лигу, но еще первое место не заняли. Поэтому я думаю, что они биться будут. Короче, что, едем на футбол. До матча уже час остался. Уже была встреча с болельщиками команды. Был проход. Ну и час до игры, сейчас уже будут все собираться на трибуне. Все, увидимся уже там на стадионе. Подходим уже к стадиону. Кстати, очень много людей попадаются с шарфами, там, не знаю, с майках Кубани. Надеюсь, что сегодня будет много народу. Вот такую штучку я вот на микрофон нацепил. Пришла ко мне по Алиэкспресс. Надеюсь, теперь ветер не будет задувать на микрофон и не будет всяких шумов. Прям погодка сегодня летняя, хорошая. Мой прогноз, ну хотя бы 1005 должно быть, по идее, на матче. Будем надеяться на такое. Майские праздники могут помешать этому. Вот перформанс такой. Живи, Кубань. Ребят, там баннер напротив нас. На пустой восточной трибуне написано 89 лет истории. Что дальше? Вот я показываю, если не видно будет. А вот неплохой составчик на трибуне Юг собрался. Динамиков RL200 приехало. Я думал, больше их приедет, что-то мало. Все на шашлыках. Все на шашлыках, да. Причем на море здесь, на черном. Ребят, сейчас у динамиков на секторе этот самый баннер такой написан. Живи, Кубань. Его, наверное, не видно будет отсюда, покажу. Даже я его не вижу. Внизу слева, самый левый, крайний, на белый. Ты думаешь, это они повесили? Да, ну а кто, блин? Нет, кубанцы пошли, повесили, живи, Кубань. У них вон живи, Кубань. Молодцы, чё. Лайк им за это. Все, ребят, первый тайм закончился, 0-0. Ну, так наши чуть лучше играют пока. Моментов там парочку было, а у Динамо почти ничего не было. Ну, будем надеяться на второй тайм. Нам нужна одна победа. Второй тайм выходит. Удачи. Давайте, ребятки, надо гол. Один только. Юбин, иди, сука, ворота, падла, блядь. Баран, блядь. Глаз народа гласит истину. Ребят, Армаша повели на трибуну Юг. Сейчас будет заряжать там. Игорек в этом плане красавчик. Безотказно. Сейчас Дюпин хорошо сыграл на опережение головой. Если бы не так не сыграл, то выход 1-1. Молодец, прочитал. Что-то динамики прибавили, да, второй тайм. Наши просили. Да. Только Армаш спасет Россию. Сейчас будет заряжать вперед Кубани, наши побегут. Гол назревает, и чувствую в наши ворота сейчас что-то, уже звоночки такие, все сильнее и сильнее.
дай. Пока держится из последних сил. Иди, блядь, сам! Давай, открытый футбол пошел. Молодец, потащил. Хороший момент. Паченко, козел, забил после свистка. Это, конечно, не хорошая примета. Распечатал в любом случае. Команда «Динамо» получила. А я снимал как раз. Банчата во втором тайме еле ногами шевелит, как будто их вчера вагон с цементом они разгружали. Еле ходят вообще, не бегут. Что с ними произошло, я не понимаю. Дюпин потащил, молодец, прямо из-под игроков мяч вылетел. Тяжело было. Молодец. Вот она, долгожданная цифра. Сегодня у нас на матче присутствует 6211 человек. Спасибо за поддержку. 6 тысяч. Это рекорд в этом году. Сейчас мы, короче, выйдем со стадиона и обсудим перипетии. Это. Не знаю, я не очень сейчас турнирную таблицу знаю, но по ходу «Динамо» так радуется, что по ходу у них уже первое место, и они его уже не потеряют. Видите, как радуется там. Кача? Мы так майку не дождались динамовскую, что-то обещнулись они и не дали, жопятся. На последних, даже уже на добавленных минутах пропустили гол. Но я скажу так, игра была ничейная. То есть на поражение Кубань не наиграла, на победу тоже, может быть, не наиграла. Хотя по моментам в первом тайме пару хороших было моментов. У «Динамо» что-то не припомню. Второй тайм, как, блядь, хомуха подменили их. Еле ноги волочили, еле какие-то... пудовыми гирями на ногах бегали, и то бегали, это громко связано, сказано, ходили пешком по полю. И, кстати говоря, вот это вот перед голом, или голом, как правильно, у Кубани был момент, и говорят по трансляции люди, что, ну, там пенальти, возможно, можно было поставить руку, скорее всего, мяч попал, и тут же контратака и гол. Ну, нас ничья, в принципе, тоже не это, особо не устраивала, там Енисей выиграл, то есть мы уже, скорее всего, ни о каких уже стыковых матчах, ни это, ну, шансов нет.
Ну, я думаю, что и не вылетим уже. Конечно, хотелось бы, чтобы чем повыше, хотя бы в пятерочке хотя бы были там. И то, я думаю, вряд ли. Я хотел сказать. Да, говори. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, Динамо незаслуженно победила, а Кубань заслуженно проиграла. Потому что такой игрой нельзя выигрывать. Да? Да. Все. Ладно, что, понравилось видео, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. Ну и до новых встреч в эфире. Всем пока. Пока.